стороны. Или и то, и другое. Может, это их хобби. Попробую найти себе новых друзей. Или врагов. Можешь подождать во сне. Наркотиков. Что больше похоже на этих ребят? Как вы сюда так быстро добираетесь? Уж точно не на 6-часовом поезде. Как вы вообще друг друга различаете? У вас же масок раз-два и обчелся! Джей, я прикрыл это место. Здорово. Сделаю анонимный звонок. Уверена, если полиция проверит ящики с пожертвованиями, они найдут не только поношенные джинсы.
Это все места, с которыми связан Мартин Ли. Мы сделали жизнь демонов намного труднее. А работу прокуроров по... Делу намного проще. Спасибо, МДжей. С меня ужин. О, здорово. О каком уровне шика идет речь? А, выбирай сама. Лишь бы накормили на доллар. Все равно это будет лучше, чем те твои пельмени. Если не подключусь к местной системе охраны, так и не узнаю, что творится в этом районе. Эту майку я хотел постирать 6 лет назад. Фу. Ну вот, все полицейские вышки в городе отремонтированы. Хорошая работа, да? Это неплохо, да. Так может, кое-кому позволено сегодня отпраздновать с нами? Хорошо, только поторопись. Шансы были неравны. Опасность близка. Но безрассудство копа-паука и предусмотрительность шефа неизменно помогали им взять верх. О, как это мило. Две противоположности. Словно арахисовое масло и шоколад. Или завтрак на ужин. Они работали вместе. И готово. До связи, паук-коп. Она ко мне потеплела. Так ведь? Ага, бесспорно. Нужно остановить этих наемников.
Но не супер. Надеюсь, я не подвел своего безумного тренера.